строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. У нас богатая и древняя история. И мы по праву ею гордимся. И в то же время Россия молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только 20 лет. Для государства это не возраст. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Теперь от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них жизнь все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего национального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть